Второй уникальный усач. Прошло не так много времени. Ребят, всем привет. Решил записать я гайд по Fishing Planet спустя чуть больше суток после выхода обновления. Почему? Сейчас все объясню. Будем ловить усача. Усач, и тут водится еще и сазан. Это Тибр, это 20 уровня начинается локация. Значит, усач легче, чем сазан. Для этого не нужны крутые снасти. По деньгам и опыту он в конечном итоге выгоднее, чем сазан. Получится так, особенно для новичков. Ну, вот реально, на 4 килограмма там уже это уникальная рыба получается у сазана. Размеры больше, естественно, удочки нужны больше. И если нет таких, то будет беда. В общем, сейчас все показываю. Сборки, прикормки. Немножко покажу вываживание рыбы. Подведу итог. Покажу садок. Надеюсь, все я расскажу здесь. Если что-то забуду или у вас еще возникнут вопросы, ну, в комментариях потом напишите, и мы все обсудим. Приятного просмотра. Мои сборки удилищ, поехали. Первый фидер, он самый легкий здесь, от 1,5 килограмм до 5. Я его, наверное, буду рекомендовать в первую очередь. Остальные два просто для сравнения. Даже в этой сборке может быть какая проблема. Кто хочет опыт заработать, не только деньги, но и быстро опыт набрать, может он резаться. Почему? Потому как усач может меньше 1,5 килограмм заходить, вполне возможно, особенно без прикорма. Но не сильно он будет там опыт этот резаться, так что идеальный вариант, по моему мнению, стоит недорого. Покажу катушку, сами все вот посмотрите, можете на паузу поставить. Леска, кормушка, опять же поводок, на поводке крючок, да, 8-й номер, ставьте, не парьтесь, больше не нужно. Вот поверьте мне, я вам покажу, уникальная рыба будет клевать на этот крючок, собственно говоря. И вот наживка. По поводу поводков, ребят, обрезайте поводки с 2 метров сразу, как минимум на 70 сантиметров. Я делал и 70, и 50, вот тут я разницы уже не увидел, но стало лучше, стало меньше вот эта вот наживка съедена, там спала и так далее. Да и вообще, мне кажется, стало больше подсечек автоматических, про которые сейчас много разговоров ведут игроки. Мне, в общем, понравилось. Второй фидер здесь на поводок. Сразу хочу сказать, внимание не обращайте. Мне один усач оборвал, я просто заклинил фрикцион, что-то поторопился. Я буквально сейчас его поменял, ну, просто чтобы полная сборка была. Здесь фидер мощнее, до 6 килограмм. Ну, понятное дело, больше опыта будет резаться, поэтому это просто из пака. Вот эти два фидера, сразу забегая вперед, они из пака. Этот я покупал отдельно, он недорогой. Так вот, если у вас есть этот пак фидерный новый, ну вот эти два фидера можете использовать, если вам важны в первую очередь денежки, а не опыт. Пожалуйста, тут и катушка есть, посмотрите, леска, все то же самое, в общем-то, по сути дела. Третий вариант совсем мощный. Сначала подумал, давайте сазана буду ловить там туда-сюда. Да ну, сазан, ну такое, не знаю, мы его поймаем обязательно в следующем гайде. Тут его много, полным-полно. И изначально я его брал, думал, сейчас вот мне будет сазан огромный клевать. Но я сразу перешел на усача. Как видите, поводок тоже здесь такой же маленький. Вот вам катушка, вот вам леска, кормак мой, крючок, все то же самое. Ну что, поехали дальше. Сейчас я, наверное, расскажу немножко о прикормке, потом увидите, как уникальная рыба выуживалась, вываживалась, трофейная, ну и в конце садок более подробно. Опа, и еще кого там я взял, уже ночь наступила практически. Слушай, ну, ого. Ого. Приятно. Может, трофей опять? Нет. Да, я решил, как и планировал, полный день провести без перемоток. Прям полностью подвести итоги. Раньше ловил по-разному здесь. Я и перематывал время, не перематывал. Я в первую очередь это сделал для того, чтобы садок вам показать, ну и то, что ловится днем, и утром, вечером, ночью. Трофейный усач, да, все здорово. Даже сейчас, в это время суток, он заходит.
Пошла жара. Ух ты, ух ты. Опять я по привычке сразу запкмил, удочку поднял. Это неправильно. Слушай, ну затягивать или нет? Вот в чем вопрос. Нет, пожалуй, не буду. Буду выкачивать аккуратно. Между прочим, тоже похоже на трофея, наверное. Вряд ли уникальный. Крайне сомнительно. А вот трофей вполне себе. Хотелось бы рассчитывать на него, конечно. Ну давай, давай, хватит уже. Не брыкайся, парень. Иди сюда. И... уникальный усач обыкновенный. Все, задача выполнена, ребята. Точка проверена еще раз. Все отлично. 808 рублей, 3596. Круто. Я не рассчитывал на него сейчас, серьезно. Как это было на стриме, вот я показывал. Ну, потом ссылочку оставлю, если что. Так, есть поклевка. Есть. Реализовали. Отлично. Тащу. Слушай, ну опять упирается. Опять упирается. Неплохо кровь себя здесь показывает. Вот эта вот наживка. По крайней мере, отсекает другую рыбу. Но, тем не менее, уникальный может прийти усач и на кукурузу. И самый большой пока у меня как раз был на сладкую кукурузу, между прочим. Вот. Так что стоит ее использовать, но может... конечно, сазан небольшой тебя замучить при этом. Второй уникальный усач. Прошло не так много времени. В общем, все по фэншую. Я вообще доволен. Все проверил. Еще раз перепроверил даже. Смотрим. Пора. Да, есть рыба. Рацион подтянуть. По сопротивлению сазан усач. Ну и, собственно, кукуруза на это намекает, что это что-то в этом духе. Это первая рыба за эту сессию. Эх, на второй кто-то скушал наживку. Буду пробовать еще укорачивать поводки. Посмотрим. Итак, трофейный усач обыкновенный. Это первый за сегодня. Прикормка на усача, которую использую я, но эта прикормка не только идет на него, все еще будет зависеть от наживки, которую будете использовать. То есть я назвал ее сазан усач, потому что и та, и та рыба прекрасно ловится. И да, эта прикормка помогает, я проверял действительно, что тот же самый уникальный или трофейный усач у меня приходят, и причем уникальный без прикорма вообще у меня здесь, в этой точке, не залетал. Ребят, не знаю, как у вас, но у меня это действительно так. По компонентам, значит, Grand Fish Feeder Golden, потом Sweet Crushing Golden, это аттрактант, добавка Pastanaccia Mix Golden. Несмотря на то, что я вот не очень много замешиваю, но и вам советую не так много замешивать, потому что, во-первых, она пропадает, во-вторых, можете половить, ну, надо будет уехать с водоема, несколько килограмм замешали, все пропало у вас, и не стоит этого делать. Ну, я там обычно до полукилограмма выбираю основы и потом по максимуму добавляю, прям ползунки передвигаю, это аттрактанты и это добавки, все, больше ничего не стоит делать. Скоро рыбалка закончится, полчаса до 5 утра осталось, поэтому пора подвести какие-то итоги. Давайте посмотрим сначала на садок, что мы наловили за эти сутки. По порядку, сазан, усач, все, проматываю, стараюсь не быстро, если захотите на паузу поставьте. Цель была в первую очередь усач. Почему видите сазана здесь? Сделано, сделал это намеренно для того, чтобы вы понимали, на что ловить.
конкретно усача. Если мы будем использовать сладкую кукурузу, обычную кукурузу, то все пойдет в перемешку. Нас действительно одолеет вот этот небольшой сазанчик. Но, между прочим, мой самый большой уникальный усач был пойман как раз таки на сладкую кукурузу. Если мы хотим отсечь полностью сазана, нам нужно не только использовать небольшой крючок 8 номера, но и, например, такую наживку, как кровь. Дальше в приоритете идет, наверное, сыр и икра, но что хочу сказать, с икрой здесь все не очень складывалось у меня. На сыр тоже как-то не очень, но побольше, чем на икру, на самом деле заходило. Так что, если ваша цель усач обыкновенный, то ставьте смело кровь, крючок 8 номер, как я уже показывал на сборках. Все будет отлично. Если есть возможность ловить на несколько удилищ, там 3-4, ну и вы действительно хотите самого крупного попробовать пытаться достать, берите, пожалуйста, тогда тоже кукурузу ставьте и пробуйте. Прикормку я уже вам показал. По времени тоже проматывал. Если вы не обратили внимания, то лучше всего у меня заходило это утро было, раннее утро. День можете смело перематывать. Да, у меня был один усач трофейный днем. Если вы никуда не торопитесь, ловите полу-АФК, пожалуйста, не мотайте время, поставьте, можете альтабот составить, колокольчики, или если у вас есть электронная сигнализация на ротподе, вообще будет замечательно, нет проблем. Ночью хорошо заходит. Если без прикормки, как вот сейчас у меня получилось, она просто у меня закончилась, не было возможности докупить, вы будете много ловить усачей, ребят. Однако факт остается фактом, все же будет больше обычной рыбы, нежели трофейной, либо тем более уникальной. Так что решайте сами, думайте сами. Вот такая рыбалка у нас сегодня получилась, вот такой усач. Еще раз хочу сказать, что для 20 уровня это вообще, мне кажется, интересные варианты по опыту и по деньгам. Для больших уровней, может быть, только для коллекции поймать уникальных усачей. Ну а почему бы и нет? Вдруг, если вы не все поняли, задавайте в комментариях вопросы, или у вас есть предложение, или хотите поделиться опытом, там же пишите. На этом закругляюсь. Всем удачи, ни хвоста, ни чешуи. До следующих видео, ребят. Всем пока-пока.